Мальчик-калькулятор, так называют Магомеда Кагирова. Школьника, чьи арифметические способности просто поражают воображение. Удивил своим талантом он и всех на 23-м международном чемпионате по ментальной арифметике, который проходил в столице Малайзии. А Дагестан вместе с Кагировым в соревнованиях принимал участие Асиат Умарова, занявшая 3-е место. На родине с маленькими умниками провел встречу муфтий Республики Дагестан шейх Ахмат Афанди. Все подробности у Абдуллы Алиева. 23-й международный чемпионат по ментальной арифметике проходил в начале декабря в столице Малайзии Куала-Лумпур. В нем приняло участие более 12 тысяч детей из 80 стран мира. Все математические вычисления юные участники выполняли строго в уме, без использования компьютера и калькулятора. В этом и заключается основная суть ментальной арифметики. Россию на соревнованиях представляли 27 ребят из 9 городов. Победителем первенства стал учащийся школы номер 38 города Махачкалы Магомед Кагиров. Кагиров Магомед from Russia. С юным чемпионом встретился муфтий Республики Дагестан шейх Ахмат Афанди. В ходе беседы Магомед отметил, что занимается ментальной арифметикой с 9 лет. Он рассказал, как готовился к соревнованиям и как оно проходило. Вообще на одном квадратном метре было почти 4 человека. Там не было места проходить, из-за этого мы большее время находились на улице. Я говорю за себя. Когда мы зашли в зал, было все организовано. Меня провели за мой стол, за мое место. На встрече также присутствовали обладательница 3-го места данного турнира Асиат Умарова и победительница Международной олимпиады по ментальной арифметике, которая проходила в этом году в Дубае, Заира Чамсулвараева. Шейх Ахмат Афанди поздравил юных гениев с успешным выступлением на международных соревнованиях. Поблагодарил их наставников и родителей за весомый вклад в воспитание таких детей, которые без преувеличения показывают прекрасный пример своим сверстникам. Я рад, не нахожу даже слов благодарности вам, родителям. И, конечно, их нельзя забывать, какими бы хорошими ни были и родители, и педагоги, если бы не их способности, то результатов бы не было. И у них это только начало, все еще впереди, будем ждать дальнейших их результатов. Конечно, я прошу Аллаха, чтобы Аллах им дал крепкую веру. Аминь. Вот то, что они на этом свете, эти заслуги, у них будут служить в пользу на этом свете. А ведь есть потусторонний мир, а для того света нужна вера. В завершение участникам встречи были вручены благодарственные письма и памятные подарки от муфтия Дагестана и благотворительного фонда «Инсан». Абдулла Алиев, Гамзат Нурмагомедов, Алиасхаб Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.